Эй-го, всем привет, с вами Енот, с вами Макс Пейн. И мы продолжаем зарабатывать свои деньги обратно, или чем там делать, я уже помню. Ха! Так. Капец, ты метки. Да. Оказалось. Наверх был только один. Уползи. Ладно, я лезу наверх. Отлично, теперь только быстро. Поверь, затягивать я не планирую. Ай-яй-яй. На, я тебя завалил. Штяк. Почти уничтожили главную святыню Сан-Паулу. Удивительно, что копы так и не появились. К счастью, правильное решение приходит мне в голову слишком поздно. Я должен ничего не исправить. Помри, помри. Всем просто щеку прострелил, и он умер. А тебе вижу, ты прямо над ним прыгаешь. Да фиговая подумка. А чё ещё рассчитывал, да? На. Килкам здесь прикольно, конечно. Ладно, мы их убили, и толку. Я убил. Знаю. Ты умеешь произвести впечатление. Ладно, валим отсюда, чёрт твою мать. Ну, когда он жахнет. Опять за то, что мы... А не с двумя этими. Чтобы стать делать. Да, я прав. Теперь мы хоть знаем, где она. Да, просто потрясающе. Отлично поработали. Похоже, неприятности сами нас находят. Да, почти так же, как ты нашел меня за баранкой. А, барной стойкой при... В общем, тогда давно. Помнишь, я сидел в этом баре уже где-то часа три, ну или где-то лет пять, смотря как посмотреть. Хотя я старался вообще ни на что не смотреть. Я старался не думать о том моменте, когда в моем сумасшедшем существовании произошли эти изменения жизни. Короче, осталось что-то после утраты вещей, но и у меня пока это плохо получалось. О, где же эта тёлка? Малышка, я пришел, врубай музыку, мы уже здесь. Эти гады надоели мне уже несколько дней. Надоедали несколько дней, типичные мажоры. Их главаря, кажется, звали Тони. Его папочка был отъявленной мразью, наркодилером, рэкетир. Толпой общества в Нью-Йорке. Наливай. Слушай, мне чертовски интересно, где твои долбанные пончики? Меркам Нью-Джерси у парня было слишком шикарное чувство юмора. В натуре, я же сказал, что ты убрался отсюда, старик. Я же тебя предупредил. Да, старика. Хорошее эхо. А гориллы сами говорить не умеют? Или только твои слова повторяют? Очень смешно, старикан. Зашибись, твою мать. Чувак жжет на палку. Да, потрепанный жизнью коп старикан. Ему бы еще что-нибудь. Давай, скажи всем анекдот про то, как по твоей вине убили жену. Ага, где же та старушка? Или про то, как ты связался с киллерами. Этот город у меня в кармане, амиго.
Неплохо сказано. В трусах перед зеркалом репетируешь, а? Этот город принадлежит твоему отцу. Да, твоему милому папочке, известному наркодилеру и убийце. А ты просто лох. Не смей оскорблять мою семью, у тебя нет на это никакого права. Эй, ему за это язык надо вырвать, Тони. Не собирайся ничего у него воли выдирать. Господь и так все это отнял. Но я могу сделать в любую минуту. А теперь проси прощения, бывший коп. Проси прощения, ублюдок. И не смотри на меня так, не смотри, не на меня так таращится. Проси прощения. Делай, что говорят. С чего начать? Не умничай тут, ебаный говнокоп в кожаной куртке. Так, я вернулся. Я выживу тебе мозги. Во всех Гарри, понял? Погоди, Тони. Ага, отвали Мартия. А то я тебя пристрелю. Я не шучу. Мартия, не шути. Отпусти пушку, сынок. А это что за чувак? Да ладно. Только я начал и сразу сообщение. О, господи. Иди лесом реклама, а. Она меня бесит, честное слово. Жу все. Я до отношений, да я вообще не ревнивый, ни капли. Я в отношениях. И че молчим? Сорян, я спал с одной из своих шалав. Да, у меня знакома, у меня была такая девушка. Убери пушку, давай, спасибо, спасибо. И теперь проваливай к чертовой матери, пока я с кого-нибудь пристрелил. Да кто ты такой грёбаный латинос? Давай, вали отсюда. Мы вернемся за тобой, говорю. Буду ждать с нетерпением. Оставайся здесь, никуда не уходи. Ты еще не знаешь, с кем связался. Ну да, как скажешь. Макс, твою мать Пейн. Как поживаешь, дружище? Примерно так же, как и выгляжу. Не знаешь, я Пасос, Рауль Пасос. Ну да ладно, мы же вместе учились в академии, неужели не помнишь? Друг, это было давно. Я 5 лет прослужил на участке в Бронксе, в отделе убийств. Меня чуть было не грохнули. Я завязал, пошел в частную контору, работал здесь, в Центральной Америке, в Бразилии. Откуда я родом? Всюду. А, круто, мир тут повидал. Да, скучать не приходится. Заботьтесь о людях, работайте в охранительстве в хорошей фирме. Если честно, то я приехал людей набирать. Да, ну что ж, почему бы тебе не поехать дальше, Песос? Рад бы поболтать. Может, я хочу тебя купить. И купить тебе выпить. Да, конечно. Купить выпивку мне может кто угодно. Так, еще 2. Вот как мы будем делать, поступаем в Бразилию, должен признаться, что он был хороший. Ладно, остынь, давай лучше выпьем, Макс, хватит. Он знал кучу интересных историй, но я все равно не собирался снова становиться рыцарем сверкающих доспехов. Ваш здоровье, я что, похож на любителя Шекспира? Эй, гомики, все еще хотите мне что-то сказать? Ага, отвали. Я люблю, когда латинос говорит мне отвали. Это хорошо, теперь отвали. И пялься на меня, шлюха. Да пошел ты, говнюк, компотент, сраный. Саша, что ты сказал? Саша, ты слышал, я тебя не боюсь, грязный итальянец. Девочка не испугливая, как точно. Но. Да, да, господи, не знаю, почему я это сделал, наверное, просто не люблю, когда бью девушек, но в тот момент я подписался смертный дом, не знаю, почему я это сделал. Такая разница, почему. Дай-ка их валить надо. Да, не получал еще. Меня пули, кто не получил? Красиво. Блин, вот эти дергания бесят меня. Эпилепсия так начнется раньше. У меня есть 2 аптечки, у него есть дробаш. А? Золотое оружие, нафига на мне? Ха! Это будет больно.
Most of them fuzzy, but memories nonetheless. This looked like goodbye. But there ain't much left, Joe! Shit! Yo! Over there. How's the hangover? A long way off. My dad is going to use it. Аптечки. Старт, скотина, а? Как я это люблю? Пора узнать, что нас ожидает. Это точно не стакан молока с минералом. Да, в топку вообще. Здесь дробаш такой отстойный, вы должны представлять. А вот пистолеты они сделали хорошим. Ну вот, все кончено. Я же говорил, все. Все нормально закончится. Капец. Ну вот этот дат эффект мне нравится. Не собираюсь ждать, пока сюда придет еще кто-нибудь. Хотел встретить копы, но время... Не было времени такой шутки. Ты че, жив? А че? Они не хотят обращать нам задачу, да? Остань здесь, прикрой меня. Слушаю, сэр. Может, он меня и подставил, но что-то подсказывало, что ему можно верить. Па-па-па. Нет, это, конечно, прикольно, лучше с одним. Он снова оказался в куче событий, пришел меня выручить. Ты в порядке? Все путем, а ты? Ну я все нормально. Живу за углом, пошли. Идем. Бар был за углом, всего в нескольких минутах ходьбы от моей квартиры. Клоповник еще тот, да? Хотя тут хорошее гнездышко, чувак. Спасибо, что подметил. Почему ты так живешь? Как? Так. Ну, питаешься чем попало, целыми днями в барах прозябаешь. Может, я просто еще не встретил того парня, что засадит мне пулю в голову. Сам не знаю. Я могу устроить тебя на работу, Макс, на такую работу, у которой подходишь только ты. Где-то нужен человек, чтобы сидеть в баре и жалеть себя? Давай контакт, я все подпишу. Guten Tag. В академии ты был лучшим, и за работу на участке медаль получил. На участке я семью потерял. Своих родных, и не раз. Да, я знаю. Тебе нужно уехать и начать все сначала. Сними траур. Я уже не коп. А эта работа не копом. Нужно будет защищать людей там, где копы не помогают. Спасибо, конечно, но я лучше залягу на дно. Не получится. Вы на крыше, вы к двери. А вы, парни, обыщите каждый закулок. Насчет твоего плана. А я тебя достану, ублюдок, убийца. Познакомься с сотней разъяренных парней. Кто это? Антон Демарко. Отец парнишки, которого я только что грохнул.
Да, похоже на то. Ты убил моего мальчика, моего единственного сына. Да урод он. Нужно немедленно собирать. Ты не собираешься пригласить их в гости? Беды и так сами меня находили. Где бы я от них прятался? Их приглашать не надо. Пошли. Да сейчас что было? Ну, где ты? Ты труп. Фига себе. Тише, мой мальчик. Не бойся огня. Потому что он причинит тебе боль. Думаешь о том, что он обожжет твою кожу, что обуглит твои кости. Но ведь в конце концов он тебя очистит. Очищение — это так, так прекрасно. Что происходит? Подходите, грешники и злодеи, вы родились в грязи и нищете, но сегодня вы очиститесь. Очиститесь в огне! Хера себе. Жаль, что Брюэлл постигла такая судьба, но потом я подумал, что и на этого он и ждал. По крайней мере, мне так успокаивает свою совесть. Бывав в его квартире, похоже, он за мной присматривал. Видимо, решил, что мы с ним родственные души. Мне больше кажется, что он был прав. Это улики. Фига они мне. Он очень интересный бизнес. Если бы я еще пару лет занимался списком, то сам бы оказался на этих страницах и спортом. Кто знает. Кто знает, чем бы он там занимался. I didn't have a fancy gun. У меня не было модных зеленых, модного зеленого огонька до пушки, только стойкое желание дать им отпор. Я уже давно не слышал такого желания жить. Нормально так жахнуло. Наверх и наружу. Я бегу от своего прошлого по трупам хрупкой черепицы. Три пули, три жертвы. Он убил меня? Он убил меня? Я могу спуститься? Не могу. Кто еще не получал здесь? Черт! Перелет. Капец, он модуляет при падении, конечно. Я считаю, что таких богатеев надо валить. Деньги не дают им права быть лучше других. Они все равно умрут. Это лишь вопрос времени. Опа, опа. Черт, перезарядка не вовремя.
залазить-то? Или он не умеет залазить? Да, тебе не понравится. Черт. Ха! Gunfire over Hoboken. Felt strange to be at the center of it again. The target. Да. Like an old comedian hearing one last round of applause. Чё он не залазит? Как? А, е! Понял. Coming in. Диалоги вообще ни о чем. Ну, парни, теперь не спать. Нужно отомстить этому гаду. Слушай, вперед из песни. И что это было? Что? Я что-то слышал. Там наверху где? Наверху! Хорош, мы! Проклятие! Хорошая способность, правда, все пули неизвестно как взят. Ну, F-16 я тоже хочу. Походу, я его не получу, да? А возможно, и получу. Дружище, помощь нужна? Помощь мне была нужна 5 минут назад. А я думал, у тебя все путем. Мне так не показалось. Да, все нормально. Пробуй спуститься там. Да не, не помогай мне. Повсюду были одни разваливающиеся. Слишком много этого. Депрессии. Я не могу читать эту депрессию. Труп валяется? Офигеть. То есть пока я лечу, у меня тут все равно так. Кто еще? Я вообще рассчитывал. Люблю вот несколько пуль, кстати, пока умирает. Так приятно. Опа. Аптечку бы еще найти, а вообще цены не было. Какая встреча? Кто? Откуда? Как снял? Где калаш? Какой собака-то, а? Вылазим. Красиво. Аж автомат исчез из рук. Аптечка, аптечка, аптечка. When scotch won't do the job. Что он сказал, я вообще пропускаешь с ним ушей. Вперед.
То есть мы вдвоем почти уничтожили весь наркокартель, да? Молодцы. Смотри, уже год как неподалеку от моего дома резали машины на запчасти. Уж полицейский во мне заметил это несколько месяцев назад. На внутреннем было пофиг. Какого черта? Под дерьмо, это же коп. Серьезно, уходим. Черт. Вперед, вот они, сосредоточься, идем. Что получи, а? Зарядись. Получи. Я хочу калаш. Че, совсем ничего нет? Отстойно. Must have forgotten about those. Че делать-то? Что он вообще мигает туда-сюда? Это капец по глазам бьет, честное слово. Что еще будем получить? Ладно, ты хочешь, да? Голова тебе какой. Капец нарезки дебильные, честное слово. А я думал, все эти места знаешь. Помощь нужна? Нет, а тебе? Идем, амиго. Нравится? Вообще тащусь. Здесь должно быть поспокойнее. Да, здесь хорошо. Теперь понимаю, почему ты не хочешь отсюда уезжать. Очаровательное местечко. Точно. Слушай, у меня есть друзья в Квинсе. Может перекантоваться у них пару дней. Квинс? Ну что, Макс, ты еще не передумал насчет предложения работы? А че, когда этот не вышел мент, его не убили сразу? Глава 5. Вот и приплыли, торчим в верховье реки Тиети в поисках чего? Мы понятия не имеем. Макс, ты меня слушаешь? Макс, короче, я думаю, эти люди из группировки Крача Прета. Да, почему ты сказал мне, что это КС? Так и есть, то есть, Фабиана похитили КС, ребята. Не те громилы, что испортили нам все веселье на стадионе. Это явно были какие-то боевики. Тебе придется меня простить за то, что я не совсем могу следить. А ты не должен быть способен следить. Даже правительство только не может за всем этим следить. Поэтому никто никогда ни в чем не может быть уверен. Зачем все это они сделали? Напали на нас, на стадионе. А, ну кто-то шепнул им, что там будет целая куча денег. Как ни крути, бабок больше нет. Надеюсь, хоть девчонку мы сумеем вытащить. Да уж, знать бы, куда ее дели. Я знаю, что в полумиле вверх по течению есть гавань. Думаю, она там. Это известная территория команды Сантьяго. Если... А, да. Мы бы не шат... Если бы дело работа нормально, мы бы считали сейчас в этом глухомане в поисках девчонки. Ну да, мы кругом виноваты. Нет, я серьезно. Я был слишком глухой, когда их похитили. Я не...
Не качусь под откос, я уже скатился. Жалко порой на того самого себя, который был. Макс, мы же частная охранная... Частная охрана, бывшие военные, бывшие копы, бывшие хорошие парни. Мы все бывшие, у каждого свой груз на душе, но эта работа — наш шанс заново начать жизнь. Так вот, как все, да? Скажем волшебное слово, и все твои грехи разом забудутся и исчезнут. Если все было так просто, я бы уже давным-давно это сделал. А я увяз в прошлом настолько, что даже не помню, как произошло. Макс, хорошо мечтаешь. Хорош мечтать, мы уже на месте. Вон, видишь? Я глушу мотор. Подойдем бесшумно. Никуда не уходи. Да, я его грохнул. Это бесит меня. Капец, летает. Here I was, и вот я, обдолбанный гринго на другом конце земли. Все повсюду хаос, Да иди ты лес, сайт читай. Он то быстро, то долго, то быстро, то долго, да бесит, но как так можно? Да я I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. Блин,